Вы знаете, да никто не готов. Я убежден, что и США на самом деле к ней не готовы однозначно. И Россия к ней не готова. И на самом деле никто из нас с вами, из обычных граждан, не готов к войне в однозначном порядке. Если это произойдет, ну что ж, здесь в таком случае, я думаю, что русского медведя, конечно, уже ничего не остановит однозначно, но мне очень хочется верить, что у политиков, у Владимира Владимировича в частности, да, хватит в первую очередь терпения, выдержки и здравого смысла для того, чтобы, по крайней мере, до конца, насколько это возможно, сдерживать эту ситуацию в мирных рамках.